засверлила серию луночек. Морозяка, конечно, страх. Всем доброе утро. На улице минус 17, 4 часа утра. Небольшой ветер. Под ногами хрустит морозный снег. И мы счастливы, потому что мы сегодня едем на рыбалку. Сегодня едем на Днепр, на заливе Днепра. Попытаем свое счастье в ловле окуней. Может, щуку нажариться и все остальное. Все взяли с собой. После небольшого перерыва зима опять дала о себе знать. И мы от этого счастливы, потому что зима пришла всего лишь на неделю с такими трескучими морозами за двадцатниками. Сегодня минус 17, днем где-то минус 10 будет. Сегодня праздник крещения. Вот на крещение мы едем вновь открывать первый лед. Так что, надеюсь, рыбалка будет успешной, удачной, и у нас все получится и сложится. Так что не переключайтесь, однозначно будет интересно. Мы приехали на место, выгрузились и теперь идем на место ловли. Морозяка такой дубасит. А несмотря на такой мороз, такой залив небольшой, но очень много проталин. Так что рулим на рыбные места. Еще темно, но уже более-менее достаточно хорошо дорогу видно. Засверлила серию луночек. Морозяка, конечно, страх. Начну с ловли на балансир. Вот такая вот удочка. Кобылка. И с проверенного уже. Select Smile 4,5. В таком окрасе. Чуть мороз спадет, тогда можно будет перейти и на черепашку. На мормышку не хочется ловить. Глубина, Миша говорит, это 4 метра. То есть в этих местах и судак поживает, и окунь хороший. Ну, еще как-то понятно. Так что начнем отсюда. Уже шмораем минут 30. Сверлились уже прилично так. Но ни одной еще поклевки не было. Мы не переходили там на мормышки. Все ловим на балансированные пирамиды. Такие серьезные приманки. Мороз где-то за 15. Поэтому на мормышку не особо хочется сейчас дергать. Даже эта леска 0,2 примерзает постоянно с балансиром весом 8 грамм. Вокруг, конечно, красота неимоверная. Но как-то таким безрыбьем здесь попахивает. Чуть потеплее отключу камеру, посмотрю под водой, что там делается. Если там рыба и в каком она состоянии, если есть. Так что пока ищем. Решил перейти
тупиковую часть этого залива Днепровского такого называемого. Я посмотрел по карте, там расширение такое, наверняка оно такое мелководное, тупиковое. Может, там сконцентрировалась рыба, потому что здесь просто глухо. Камеру я не опускал, потому что морозяка такой лупит. Чуть попозже посмотрю, когда мороз чуть спадет. А сейчас туда, и все люди туда идут. Пойду на разведку схожу, все равно пока такое бесклевое. Пройдусь по старым лункам, потом уже, когда они закончатся, засверлюсь по новому. Интересное место. Ух ты, есть. Сразу почувствовал, что небольшой. Бьет в бусину. Начало есть, тоже радует. Прелесть. Я уже думал, сегодня без рыбы был. Ух ты, удар был. Причем прикольный. Подбой. Есть. Отличный окунь. Я вам скажу. Повтор момента. Ух ты. Рыбка присутствует. Просто на балансир. Еще много не поймаешь на вот. Попробовать донные оснастки. А когда в конце уже вообще все заглохнет. Тогда мормышка. Подбои аккуратно идут. Это хорошие. А не. Тянуться, конечно, отлично. Я думал, крупнее будет. Ну, размер приятный, вот это радует. Еще на балансир. Этого не мормышка. Ух ты, опять подбой. Очень аккуратно, не крупная рыба. Наверное. Небольшой. Нормальный такой, я вам скажу. Прелесть. Класс. Я, честно говоря, уже думал сегодня рыбалки не будет. Есть опять. Раскачал луночку. Сильно руками махаю, конечно, это не очень хорошо. Ух ты, вот это ушел. Жалко. Вот эта машина была. Может бы огранулся, правда. На подъеме его цапнул. Сейчас после этого может рыба перестать клевать. А, нет, есть, есть. Класс, вот это да, ребята. Вот это я попал. Круто. Надо быстрее пускать, пока ажиотаж не закончился. Это лифт. Пальцы в мгновение замерзают. Ай, сошел по зубам. Аккуратненько прижал его.
Вот это класс, ребята. Вот это он. Вот это он. Путаю. Потому что... Пока ажиотаж не закончился, надо срочно подавать ему. У меня уже пальцы околели. Сразу по покрывке видно было, что это свинья. Класс, вот это лифт. Давненько у меня таких лунок не было в моей практике. Все, что затихло. Свинтуса поймал. Красиво. Поехали. Лунку сначала раскачал во всей толще. Потом бросил баланс на дно. И легкий подброс. И есть. Ой, вот это я дернул так уж. Балансирчик красивый в расцветке, классный. Причем это бюджетник. Ну, я так и понял. Я не помню, я у Сани покупал, что-то около 60 или 70 гривен. Так это еще не бюджетник, я тебе скажу, есть по 30-40. Ну, есть. Давай, 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 давай. Пока ажиотаж не закончился. Видеосъемка идет. Пленка идет. Стараемся. Ух, красиво. Все мельче и мельче. Ну такой сильный, да? Маленький, но такой сильный. Раскачал все-таки. Дар красивый был. Ух, жалко. Поддел. Как-то в толщу не очень идет. Возле дна все поклевки. Касание надо делать дна. Вот так вот. Паузу, подольше покачивание,
Жалко, что задел окуня, так бы еще поймал бы. А не, есть. Двое идут. Ай, тройничок. Ух, морозяка, пальцы прям колеют. Кажется, хороший, хороший сошел, да? Хороший сошел. Класс, у Мишки хороший окунь сошел. Есть тут поросята. Что подзатихло. Так сначала борзо начиналось. Вот это классно было, ёлки-палки. Вот это кирпич был. Это не крупный, сразу чувствуется. Вот это перед этим кирпич был. Жалко, что его прокатал. Весь тройник. Рот колеет моментально. Глубина, наверное, 1.20 метра. Даже полторашки нет.
свежая луночка. Сразу поклевка. Давай, давай. Пару взмахов только сделал. Ух ты, как качнул. Миша на пирамиду перешел. С одной лунки, да, там Миша? На пирамиду и козочку, да? Ну, мы отюкаем, невозможно добрать их. Уже... Погряться. Просто время балансира закончилось. Какая-то свинья. Нормально так уже. Собака-барабака. У нас завтрак. На сухую. Ну. Сквозняк снизу, наверное. Поверни дырки. Откуда сквозняк? Он тут и кислорода выдать не хватает. Наконец-то. Выкорчевал. Да. Один раз ход. Два раза багрянул. А уже... Решил сменить черепашку и поставить такую вот пирамиду и козочку. Вот. Такой вот. Сейчас проверим, как она. Не успевает снять. Здесь хороший удар был в конус. И один сход классный был перед этим. Потихоньку царапаю, но в основном одна мелочевка в дневное время. Ох, красавчик, ты что? Поклевки не видно, подкидаю на забор. Красавец. Десь такие, наверное, тоже, але конус полностью в горлянке, ты представляешь? Там, ну, соответственно, поклевка была моя такая, что отдай удочку. Це красавчик. Ух ты. Красавчик какой. На козу взял.
Ничего. Да, тільки цю козу взяв. Ух, який кабасик. Фух. На пирамиду взял. То есть на козу. Пирамиду вдарил за грязью. Пирамиду вдарил за грязью. Друзья, закончилась наша рыбалка, и уже пора собираться домой, уже солнце село. Сейчас буквально минут через 15-20 будет темно, нам еще идти километра полтора. В общем, в целом рыбалка очень понравилась, я не ожидал, честно говоря, начало было очень кислое, я надеялся, то есть я уже не надеялся, что нам удастся что-то расковырять. Потом в последний момент у меня какая-то пришла мысль, вот надо зайти в тупиковую часть залива, и однозначно здесь будет на поливах на таких окунь. И не прогадал, здесь народ сидел, и слава богу, все свершилось. Начало было вообще такое, вот здесь на новом месте, очень крутое, лифт такой у меня был шикарнейший, давно такого не было. И в целом окунь очень приятного размера. Основную часть поймал я на балансир, который отлично стрельнул у меня и на Десне я ловил на него, и на Киевском море. Здесь он тоже показал высший пилотаж. Вот я не знаю, то ли цвет, то ли форма, но цвет однозначно тоже играет роль здесь. В общем, рыбалка получилась просто огонь. Поймал несколько кабасиков. Вот мой улов. Вот такие вот кабаны есть. Это не морские окуни. Это мы находимся на заливе Днепра. Так что в целом рыбалка просто сказка. Даже не ожидал. Вот когда не ожидаешь, а рыбалка складывается самым лучшим образом, тогда получаешь наибольшее удовольствие. Так что, ребята, долго снимать не могу. Руки просто леденеют за секунды. Кому понравилось, ставьте лайк за видео, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, чтобы не пропустить свежие видео. Уже челюсть замерзла, уже не говорить не могу. Ну и всем пока-пока и до новых встреч.